прошлых выпусках мы рассказывали нашим телезрителям о конаковском мальчике Артеме Рубцове. В прошлом году ребенку был поставлен страшный диагноз. Естественно, очень многие не остались равнодушными. 16 ноября воскресным утром состоялась очередная акция для сбора дополнительных средств на лечение Темы. Поддержать Артема Рубцова пришли многие. Члены джип-клуба «Направление» и клуба «Фаворитка», театральная студия ДК имени Воровского «Брависсимо», арт-компания «Восторг» и классная руководительница Артема Татьяна Кленина, его друзья и одноклассники и многие другие. Все, кто принял участие в благотворительной акции, не только помогли Артему, но и получили море положительных эмоций, ведь на мероприятии царила теплая и добрая атмосфера. Громкая и веселая музыка, танцы, сладости, красивая техника, возможность сделать фото на память, а главное – доброта и умение оказать помощь тому, кто в ней действительно нуждается. Ждет моих подарочков, ребятня, и тебе достанется от меня. Вот что стало залогом успеха акции, в ходе которой было собрано около 70 тысяч рублей. Впереди у Артема Рубцова еще много испытаний, многие из которых он уже преодолел с нашей поддержкой. Спасибо всем, кто пришел помочь и подбодрить Тему. Артем, мы с тобой!